Иван, уроженец Нижнего Новгорода, направлялся в родной город на попутках. Говорит, что денег было мало, поэтому решил заехать в Воронеж, чтобы снять наличные с карты. На одной из остановок он попросил водителя автомобиля подвезти до ближайшего банкомата. Тот согласился, только надо было подождать его приятелей. Ну, приехали они. Я, значит, деньги с банкомата снял. С ними вместе проехали до банкомата. Вот. А потом... я не знаю, как оттуда до остановки обратно добраться. Они говорят, пошли, отвезем. Вот. Сел я к ним, они меня во дворы куда-то, в темные. Ну, там достали биту, один биту достал, другой достал ножик. Начали мне угрожать, в общем, отняли у меня кошелек, мобильник. Не оставили потерпевшему даже берца и спальный мешок. Обнаружив в кошельке банковскую карту, злоумышленники потребовали назвать пин-код. И поехали, опять же, мы до банкомата снимать деньги. Вот. Подъехали мы к торговому центру. Вот. Я и еще один человек остался в машине, а двое пошли снимать деньги с моей карточки. Пока двое мужчин обналичивали карту, Ивану удалось вырваться и убежать. Он обратился за помощью в полицию. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, с помощью которых были установлены личности подозреваемых. Сотрудниками отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Воронежу по подозрению в совершении преступления задержаны трое преступников, которые в настоящий момент арестованы. Один был задержан в городе Богучар по месту своего жительства, второй в городе Воронеже на стройке, где работал рабочим. Местонахождение третьего было установлено позднее. Проживал он в Ростовской области, куда был направлен сотрудники полиции. И в настоящий момент он доставлен в город Воронеж и арестован. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Проводятся следственные действия по факту разбоя, возбуждено уголовное дело.